Всем привет! Сегодня получила посылку с Алиэкспресс с листьями нори для изготовления суши. В комплекте еще должен быть коврик для их скручивания. Вот такой вот у меня старенький, уже порядком износился. А вот хочу показать те листики, которые я заказывала в предыдущий раз. И хотелось отметить, что именно у этого продавца с Алиэкспресс я заказываю листья нори уже не первый раз. Это либо третий, либо четвертый, уже сложно вспомнить. Так что этого продавца я рекомендую, кто готовит суши дома самостоятельно, можно смело заказывать. Это получается гораздо дешевле, чем купить в супермаркете листики. Экономия особенно ощущается, если вы часто готовите суши. В нашей семье суши любят все, и дети, и взрослые. Отлично. Вот мой новый коврик. Возможно, кто-то из детей, на мужа не рассчитываю, проявит желание тоже помочь крутить. Угу. Да, он такого же размера, как мой старенький. Но не знаю, мой старенький, мне кажется, лучше. Тут такие меленькие палочки, а тут крупные. По размеру почти одинаковые. Чуть-чуть мой побольше. Но зато новый еще не распускается. Возможно, на деле он покажется даже удобнее моего старого. Обычно я заказываю половинки, потому что если я покупаю целые, когда-то раньше я покупала, если целые, то все равно разрезала их пополам. В описании под видео вы найдете ссылку на магазин, где можно заказать эти листики. Там же вы можете посмотреть и целые листики, не только половинки можно заказать. В комплекте с ковриком, без коврика, отдельно коврик там можно купить. Всем удачных покупок на Алиэкспрессе!